Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Первое слушание по этому делу прошло в уголовном суде Эр-Рияда. Адвокаты подсудимых обжаловали предъявленные обвинения и попросили дать им время на изучение документов следствия. В суде было также объявлено о том, что органам юстиции Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по делу, на что реакции пока не последовало. Ранее Саудовская Аравия отказалась удовлетворить запрос Турции о выдаче подозреваемых. Все они являются саудовскими подданными и имеют отношение к спецслужбам. Самое главное, что нам удается выстраивать прочный фундамент.